Всем привет, ребята. Ну что, решил вам записать видосик. Мы тут подкинули IGG пару плюшечек. Записать вам видосик для тех, кто еще не в теме. Многие спрашивают про новый талант. Вы просите всегда, чтобы я вам делал обзор нового таланта. Я вам уже его сделал один раз, показал на стриме. И сейчас покажу вам на герое уже прокачанном герое, прокачанный талантик. Что он может, тащит он, не тащит. Вообще, что с ним делать и стоит ли его качать. Так, давайте заберем подгончики, затащим все акции и, как обычно, пойдем. Этот у нас сегодня падает. Вдруг, а вдруг вытащим. Все же бывает. И пойдем потестим талантик на героя. В общем, очень много у меня видосов есть еще для вас интересных по обнове. Еще, думаю, будут. Обнова не оправдала ожиданий, сразу говорю моих. Единственный для меня плюс — это увеличение места. Все. Ничего себе, мешки огника. Остальное, все честно скажу, такое себе. Посмотрим еще скины на героев, питомца. Надо будет еще тоже прокачать. Ну, думаю, завтра с утра это все будет. Постараюсь вам утром еще видосик запилить, успеть. Что там будет интересного, не знаю, но постараюсь. Поменяются акции, возможно, туда добавят и уже потестирую. Так, не знаю, пока все тихо, спокойно, нету скинов, нету второго героя, потому что не запустилось и его еще не продают. Ну, думаю, это скоро поменяется. Посмотрим, когда будет обнова на других серверах. И уже определимся. Так, ну давайте, ладно. Ладно, одну потрачу. Так, ледяха. Так, ну, такие вот плюшечки отсюда. Поехали сразу же другие акции. Посмотрим. Так, что тут у нас? У нас ничего нету. Тут у нас тоже ничего нету. Точно? Точно. Так. Тут вот какая-то акция есть. Надо пробегать по акциям, посмотреть. Мы так на стриме посмотрели, все, ну. Так, понятно. Сколько чего-то дают. Ладно, поиграем. Так уж и быть. Камешки я пока, наверное, оставлю для второго героя, когда я его выбью. В принципе, тут особо гнаться за силой смысла нет. Такс. Хорошо, потом пооткрываем. Так, смотрим, что тут у нас интересного. Вот второй герой будет действительно очень интересен. Первый я вам показал. О, ничего себе, 39 яиц. Ну, поехали. Let's go, ребята. Выбивать имбу. Я бэриком постараюсь, так, чтобы не затягивать видосик. Я уже за сегодня их там дофигища написал для вас. Старенькие видосы, кстати, по поводу роллингов. Там многие пишут, спрашивают по поводу прошлого коллекционера. Ребят, открою, сегодня была вот эта проблема с Ютубом. Там видео грузились, я даже не стал загружать видосы с роллингами. Плюс обновления, вы знаете, когда обнова, у меня сразу же выходят полностью обзоры на все, что есть. Поэтому, сори, но все будет. Вы все равно остались довольны роллингами, поэтому терпение. У нас обнова, важная вещь. Так, ну что там, яйца, давайте еще половина. Я не знаю названий, мы смотрели с вами, вчитывались, но мы тут нового героя с вами не нашли. Да, его тут... Тумбочки здесь нет. Как я их вечно читаю. Тумбочка, тумбочка, стеллаж. Так. Два места, это, конечно, хорошо. Силу можно поднять. Даже если не выбить героя, можно двумя местами нормально 10-10к поднять свободно. Силушки. Так. Все, с этой акцией закончили. Смотрим, что тут у нас еще одна, и все. И, по-моему, на роллинг. Да, тут. А это, по-моему, покупная.
Так, какие я вам показывал, где водить, что и как, думаю, вы в принципе знаете все. Что-то новое, интересное. Тут надо какие ввести. Тут какие-то плюшки, это, наверное, прошлая какая-то акция. Честно говоря, не знаю. Так, ладно. С этим мы разобрались. Поехали, пооткрываем плюшки. Приступим к самому главному. Самому приятному, интересному, наверное, так. Теперь хотя здесь сундуки можно открывать немножко. А, так, хорошо. Тут там у нас еще третий. Две карточки и четверочка. Карточки упала с одного этого. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали, поехали, поехали смотреть на героя. Так, еще какие-то плюхи поприходили. Неизвестные. Так, ну тут у нас, видите, тут все яйца, осколки падают. Так, и Дрейка вытащили. Поехали. Вот такой вот у меня есть Анубис. Я вам его показывал. Вот этот новый талантик. Что он дает? Рассказываю еще раз для тех, кто в танке. Он не дает ограничения получаемого урона. Если бы это было получение всего урона, это было бы жопа, ребят. Такие руны и все. И ставите просто до свидания игре. Я надеюсь, этого не сделают и не добавят это. Этот талант дает увеличение атаки, как видите, на 75 на восьмерке. Сейчас мы его сравним с другими сразу же талантами, чтобы вы просто понимали атакующими. Восьмерочку берем. 75 увеличение атаки. 75 увеличение атаки. Пак, например, дает 150. Что там? Железка дает 90. Грубая дает 70, чуть-чуть меньше. Бог войны 90. Бастион 60, если я не ошибаюсь. Даже пробаст. Что это за талант? Поэтому он дает так, скажем так, средненько. Дальше. Он дает точно так же, как и талантик, встроенный на буги-вуги, уменьшение получаемого отражаемого урона. То есть, если вы будете воевать против Атланта, будете воевать против Хранителя, против героев, я не знаю, как насчет Ракушки, с Огненкой, с отражающим демоном, ему максимум будет прилетать то, что написано вторая циферка, это у нас в данном случае 9000, дальше будет 7. На Архидемоне использовать... Ну, честно говоря, не знаю, это надо тестить, и надо отхилы иметь. Ну, скорее всего, надо утикаха, чтобы удар сразу же хилился герой. То есть, надо этот талант плюс утикаха. Я не думаю, что вы набьете много на архи, больше, чем остальные. Но, как вариант, рунами когда-то впихнуть, потестить, думаю, мы это сделаем. То есть, такой вот талантик, ничего имбового в нем нет. Точно так же, как и для Бухи, тут талант, по сути, спасает только от Хранителя, от остального урона он не спасает. Соответственно, вы теряете там преимущество, вы могли бы поставить пакт, это атака больше, либо там дефный какой-то вариант. То есть, вы это все теряете, получается, на многих героях, поэтому этот талант не есть сильно универсальным. Он будет хорош, конечно, на некоторых локациях, возможно, и то это не точно. Этих локаций я, к сожалению, еще не вижу. Так, поехали, вам я его покажу сразу, чтобы вы видели и понимали, что это действительно так. Вот смотрите на Анубиса, видите, сколько ему прилетает. То есть, по сути, он получает нормально люлей, никакого шатания нет. А теперь ищем где-то Хранителя, я не знаю, где его там найти. Постараемся сейчас где-то его выцепить. Это лучше всего на ЗБшке. А вот, кстати, Асурик есть. Отлично. Смотрим.
Надо смотреть внимательно мой урон. Блин, надо еще искать. У меня, к сожалению, надо сделать, наверное, второй аккаунт. Блин, на каждом сервере второй аккаунт делать, это реально задница будет. Хотя бы с некоторыми героями любого кого-то взять, показывать вам так. Ну там надо герои хорошо прокачанные. Блин, теперь попробую выцепить Асуру. Дырочных полно. Что за фигня? Кидаете вот так вот всех. Сразу же 78%. Такс, блин, где ж вам его найти? Отражалками ничего нету. Ну, в общем, я вам про деф показал. Сейчас постараюсь найти кого-то с отражалкой. Может, за Башкиным повезет больше. Это ничего такого нету интересного. Что-то пораставляли, все волны проходят. В надежде пройти. Но я могу сразу ребятам сказать, расслабьтесь. Может, кто-то там найдет какую-то тактику, но я в этом очень сомневаюсь. Так, нам надо увидеть 9000, надо найти Асурика. Асурик, где ты? Ну, вот есть Асура, но я не знаю, сейчас посмотрим, попробуем. Внимательно смотрим. Получили люлей. Вот, было 9000. Это было от Асуры. То есть, в принципе, дальше вам смысла показывать нету. То есть 9000, вот это вот граничное ограничение, которое есть, оно срабатывает от отражалки. То есть то, что надо было уже доказать окончательно. Поехали еще посмотрим. У меня там, по-моему, в ЗБ есть пытки. Может, где-то найдем хрона хорошего. Так. Блин, вот очень неудобно вот это все, что у нас поменялось. Теперь, блин, надо привыкать к новой расстановке героев. На каждом аккаунте она будет опять же разная. Так, есть. Поехали против этого. Я надеюсь, тут пятая ремка. Вот, кстати, он включился, смотрите, видно вам, не видно. Там с нулями это девятки идут, это все отражение. То есть в данном случае, да, он будет против хрона, конечно. Вообще топчик, смотрите, он на хроне не сливается. То есть в этом плане, конечно, плюс 9000 от хила. Но хрон все равно насушит талпа чуть-чуть. Но мы не получаем больше. Мы, конечно, получаем урон от тени от самого хрона, от удара больше. Но мы не получаем урон от его отражалки. Это реально радует. То есть в данном случае это однозначно плюс. Но мы не убили, конечно, никого. Вот так вот. В других вариантах это... это печаль, потому что у вас герой, получается, имеет немножко атаки, чуть-чуть совсем, но не имеет ни дефа, нифига. Давайте еще разок тест. Может, тут еще что-то интересное будет. Да, вот то же самое, смотрим. Ну, его, видите, другие герои шатают в данном случае. То есть, вот так вот, ребят. Такой вот талантик, как по мне, он пока бесполезный. Универсальности я не вижу. Я не вижу, где его применять. На архидемоне есть намного лучшие варианты. Ну, где-то его скоро мы присобачим, посмотрим. Но в любом случае, надо талантики на смотрителей. Они будут скоро топовые везде. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как всегда, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.